выпала такая честь поздравить именно школу-студию МХАТ. Ну, понятно, что не Щепкинское училище, там лежит моя трудовая книжка, конфликт интересов. Не Витязь, потому что там лежала моя трудовая книжка. Почему школа-студия МХАТ? Ну, во-первых, между прочим, я когда-то там преподавал. Я читал такой замечательный курс «Теория драмы». Но кто же может выйти из школы-студии МХАТ, не прослушав лекции по теории драмы на 6-м отделении? Во-вторых, я могу сказать, что ровно 50 лет назад, в мае 64 года, мне позвонила Елена Сергеевна Булгакова, вдова Михаила Афанасьевича Булгакова, и сказала, что впервые в школе-студии МХАТ играется, я был тогда школьником еще, выпускником, играется отрывок из булгаковского «Мольера». И я в первый раз видел отрывок, не дипломный спектакль не видел. Я попал внутрь школы-студии МХАТ на отрывок, на акт из спектакля «Мольер», где Армандо играла дивная актриса Ирина Печерникова, выпускница школы-студии МХАТ, и лучше, чем она, больше никто Армандо на моей памяти не играл. Ну и в-третьих, я могу сказать, потому что 50 лет назад я поступал в ГИТИС, и когда я поступал в ГИТИС, то на вот так вот сидит передо мной приемная комиссия, а слева, сверкая очками, смотрит на меня аспирант ГИТИС, который сейчас станет рядом со мной. Вот так вот. Курс Золотовицкого и Земцова, Софья Лебедева. Поддержка, которая на данном этапе очень важна для нас, для начинающих артистов. Так что большое спасибо.